Всем привет! Сегодня будем готовить картошку по-пузексски. Так зачастую делала моя бабушка. Рецепт элементарный. Буквально 10 минут и сытное блюдо у вас на столе. Главное заранее сварить картошку. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Остывшую вареную картошку очищаем от кожицы. И нарезаем небольшими ломтиками толщиной примерно 0,5 сантиметра. Порезанную картошку перекладываем в миску и дальше займемся луком. Для того, чтобы блюдо получилось более ярким, я взяла лук красного цвета. Можно брать обычный репчатый. Разрезаем его и нарезаем вдоль тоненькими полукольцами. Отправляем лук в миску с картошкой. Солим. Перчим. Заправляем нерафинированным подсолнечным маслом и хорошо перемешиваем. Вот и все. Картошка по-пузексски, как у бабушки в деревне, готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.